Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. Кстати, нажмите на колокольчик, чтобы сразу получать уведомления о новых видео. Это продолжение партии за Японию в Sid Meier's Civilization 6 со случайными технологиями и режимом корпорации и монополии. Если вы случайно наткнулись на это видео и не знаете, что было в начале, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать с самого начала. Ну а спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку и приятного продолжения просмотра. Норвежец, ты не хочешь с голландцем помириться и мне помочь? Мне кажется, норвежец может тебе только помочь допилить тебя сверху. А допилить сверху не хочешь помочь, норвежец? В любом случае, союзит лопаться. Блин, не добирается этим ходом, да? Или доберется, подождите. Е-е-е, ошибись. Что ты к этому мушкетеру пристал? Не понимаю я. Ну а что мне остается делать? Играю до конца, стреляю. Ну, например... Вбегать рыцарем и грабить мне все. А так ты просто, ну... Кстати, да, я хотел... Миссионера... Пусть сейчас не успеют юниты делать в других городах и все. Так, доставим. Наконец-то нашел японца. Два раза, потому что у меня геликарнас. Теперь это японец. Даже теперь в Шиен даже отправлю. А, у меня дополнительный караван, потому что за меня проголосовали. Так, универ ремонтируем. Блин, ну рук все еще от... Не, наверное, он следующим ходом перестанет отваливаться. Да, и киш перестал. Тут просто, наверное, Ур и Эриду еще влияют. Минус 4, но он все равно не успеет. Я не пур захвачу, и уже нормально все будет. Не вовремя свою команду высылать. Женеву перекупили. Пожалуй, она мне нужна. Я кайфшаю, что я в войне, она мне 15% не дает, но... Скоро все закончится. Нет, давайте угольную после библиотечки. Так, здесь можно уже на производство переключаться. И здесь тоже, потому что плюс 9 рост, это очень долго. Темпломайор. Женеву. Кирасир. Ну? Вроде пока норм. Ну, мне вообще нужна корпорация на пряностях. И, кстати, я смогу сделать корпорацию пряностей, потому что у остальных по 2. А у меня 3 как раз. То есть вот эту тушу я клетку эту купил, это очень важно было. Оказалось в итоге. Так, 6 ходов. Ну, Тадж-Махал. Блин, надо какие-то чудеса построить. И людей я тут вроде никаких
Она за каждую клетку природы. Ну такой ученый, я бы его отдал. Да ладно, Тадж-Махал. Забрали. Что я тут могу еще? У меня просто производство от Тадж-Махала останется. Храм Минакши, два гуру. Катаку Ин. Ну, Катаку Ин плюс 20%. Блин, ну жалко на производстве ставить. Я бы все-таки Эрмитаж тогда здесь продолжил делать. Может, в каком-нибудь другом городе. Так. Тут по пути можно в Неймиген заглянуть. Или ехать уже сразу, слушайте, у меня может не хватить зарядов, просто Осака уже большой город, мне может не хватить зарядов для обращения. Поеду-ка я туда. Хватило. Я думал, не хватит. Давайте против укрепленных атак возьму. Ну, у него, конечно, так себе города. Вот не особо усиливаюсь, прямо скажем. В одном месте только этот был. Стальной шумер. В одном месте только была эта археологическая фигня. О, ну ставлю сюда. Даже не буду рабочего ждать. Конечно, много денег дало бы, но так и быть. Тремя источниками сахара обладаю. Причем уже промышленное производство есть. Так, и оливками тремя. Так, а сахар что дает? Плюс 20% роста и 3 жилья. Так, ну, все равно первая корпорация по-любому это пряности будут. Блин, что-то я пока не попадаю в золотой век, потому что у меня чудо одно угнали. И мне не хватает сколько? 6 очков. Так, а что с алюминием? Кстати, блин, у меня алюминия нету. Может, у шумера будет? Не у меня, не у меня. У шумера раз есть. У Осаки два есть. Отлично. Так, все, ладно, алюминий у меня есть. Значит, у Осаки покупаем строителя.
Кого мне там? А. Так, поплыли туда. Что-то я тут еще грабил. Или больше ничего. Мне надо вон туда уголь идти обрабатывать, что я сижу тут. Так, аур, он сам отвалится, да? Я его забрать должен, по идее. Святилище, за что мне сейчас дали очки? А, то что... Ну вот, еще одну добуду, да? Вот здесь, это еще одно очко. Это мне останется 4 очка где-то взять. Коммунизм приму. Ну или фашизм. Коммунизм 5 ходов. И следующим ходом, наверное, фашизм надо принять, это еще. Да, наверное, ты, так понимаю, за веру все покупаешь? Нет, за деньги. Нет? За деньги. За норвежские кроны. Честно сворованные у тебя. А, ну да. А давайте тут аквапарк. Кстати, кстати. Когда есть ли предел для возможности для капитулирования? Ну, когда у тебя столицу забрали, ты, в принципе, можешь капитулировать. Там, надо бы спросить у других участников партии, может, кто против будет. Ну, в принципе, как столицу забрали, да, ну, ему тут уже... Не скажу прям, что я, кстати, усиливаюсь за счет... Шумера, честно говоря. Пока юниты произведутся, уже ей себя града заберут. Хорошо, не повезло на третьей игре оказаться рядом с Алексеем. Но на будущее буду знать, что если рядом с ним, то все, надо защищаться. Да это вообще рядом с кем угодно надо защищаться. Что ты вот, что ты меня демонизируешь? Просто человек видит, у тебя нету армии, города слабые, идет, тебя забирает. Кто его может винить? Челинга, ты можешь меня винить? Я никого не демонизирую, просто вообще буду учитывать это и все. Я имею в виду, что вот ты профильный игрок и все. Наоборот, хотел комплимент сделать. Извини, если... Я тоже в шутку тебе сказал. Если как-то возмутил. Очень. Так расстроил. Просто, в принципе, надо иметь армию. И даже несмотря на то, что нам не показывает в демографии силу, то есть непонятно, какая у кого армия, я просто вижу твои города и понимаю по силе городов, какая у тебя армия, где ты находишься. Ну, плюс в 6 циви не так сложно защищаться там. Даже если ты отстаёшь. Кстати, да, да, тоже. На сетевой скорости тем более. Ну, надо брать фашизм. Ладно, тогда пойду гайдики почитаю, против компьютера попробую. Спасибо всем. Спасибо за игру. Пока. Спасибо за игру. Так, давайте рационализм. Доброй ночи, там. Сладких снов.
приятных сновидений. Давайте содержание юнитов и уголь, а то у меня уже уголь уменьшается. Ну, в общем, раз уж тут такое дело, то мне тоже надо идти. Но у меня все города есть, и, типа, не знаю, ну, не надо было не надо было садиться играть, если ты собирался уходить. Ну да, или не давай союз тогда, типа, не знаю, я бы сейчас на тебя напал бы, если знал, что ты уйдешь. Типа, я думал, что за 5 часов успеем. Не успели. Может, пригород поставить? Тут как раз есть престижный пригород. Да? Нет. Что, ты не уйдешь, если мы скажем нет? Ну, да, типа, да. Ну, смотри, ты сейчас уйдешь, на тебя нападет. А я остаюсь с этим. Так турок не нападет уже на него, видишь, он ему союз дал. С ним заключил союз. И прям вот он дал союз, и прям сразу же говорит, типа, ну, я пошел. Так же кайф. Не прошло в союзе, ходов 5. Послушай, давайте компьютеры открою. Берет, говорят, да, все твои. Ну, я не собираюсь на норвежцами, я думаю, мне хватит. Я думаю, что мне дальше надо вот эти... Извиняюсь. Вот эти города турка забрать. Не забрать, даже не забрать, я их не могу забрать, уничтожить. Просто, чтобы он не отсвечивал там. У меня самолеты будут, долетать они будут туда. Хорошо, учись. Так, ну, в принципе, одно очко, три хода, я думаю, что я куплю какого-нибудь. Писаем, вон флотоводец, кстати, есть. Не, флотоводцы, наверное, индонезийцы. Хотя я бы флотоводца купил. 7 очков, 260. Да, куплю флотоводца. Нормальный. Не слышал. Построили Оксфорд и Каса де Контрастьон. Ну что, забирать, наверное, флотоводца. Блин, 5 десятых не хватило. А, так слушай, так я его и так заберу следующим ходом. Я ж хост. Точно. Нафиг надо. Так, а вот сейчас меня слышно? Да. Все, отлично. Че, Шотландия? Попилим тогда Грецию? А когда у тебя там союзы заканчиваются? Ну, сейчас уже должен скоро закончиться. Ну, давай пилить. Я тогда предлагаю с тобой экономически потом. Не, у рук не отвалится. Скорее, ур отвалится у шумера. Матка, я его и так забираю. Куда-то поплыл рыцарь брасом. Надо нажать «Не предлагать мне больше». Есть монумент. Гавань. Или центр коммерции. А кампус? Блин, вообще-то не Пур, такой какой-то плохой город, по-моему. Он еще и потонет, скорее всего. А, давайте амбар пока. А где у меня еще был алюминий? Где-то у шумера, да? Блин, где-то ж тут был у него, по-моему. Вот тут? То ли где-то. Может, уже религии поукреплять? Религию поукреплять.
Купить вообще угольную просто. Следующим ходом коммунизм поставить. Так, у нас что из этого не надо, древние стены не надо, пригород некуда мне ставить. Давайте шпионов. Мне бы увидеть город Мали, кстати, там шпион был бы очень хорош. Уголь минус 6. У меня куча тратится на электричество для лап. Алексей, предложение. И такая шоколадка, знаешь, типа, это вам, чтобы да. Вы приняли. Мне кажется, это нет. Ну, один на один есть ресурс. Давай ты больше мне денег дашь, давай вот так. Ты же все-таки Мали. Кинул ответку. Сколько Мали, кстати, вход вообще? Ну, это не вход, это сколько есть денег. И тут, на самом деле, еще один город можно поставить. Давай вот так. Мы Мали с евреями корнями. Вот так. Ну где ж ты, буддист, ты ж не иудаист. Ладно, хрен с ним. А, мне нужен торговец. Кстати, вот этот ничего такой, но... дает 3 ваши торговые пути плюс 2 золота. Ну, может быть, и стоит его выкупить. Но там Индонезия на него читает. Потому что 65 это не может такого быть. И Мали, походу, читает на него. Индонезия и Мали почему-то... Странно, зачем им так нефть сильно нужна? Кстати, я бы в нефть тоже зашел. И мне бы капер еще. Давайте я капер куплю. Капер, зайдем в электричество и потом переработку. Так, компьютеры, электричество, паровой двигатель, чтобы быстрее юниты там двигались, и тогда в переработку. Компьютер Унсу опять перекупил. Перикл публично меня осужден. Ну, это игрок ушел на учебу. Алло, меня слышно? Да. Нет, походу вылетел. Кто ты? Нет, у тебя рассинхрон просто, ты не вылетел. Вот и золотой век. Шотландия, Гужба. Я тут это забыл, что грек вышел и принял это на обмен ресурсами предложение. Это вот прям совсем страшно. Нет, не совсем страшно. Больше так не делай. Да извиняюсь, я сейчас мне как-то война тут я автоматически принял, а потом только вспомнил, что я как бы отсутствует. Так, рационализм, конечно. Теократическое наследие взять, не взять, как бы... Еще одно предложение. Плюс за единицу населения с губернаторами. С другой стороны, республиканское наследие еще круче. Ну, то есть, нужна ли мне сейчас прям вера вот в данный момент? Я бы лучше жилье и довольство взял. $415.
просто в полтора раза. Голландец, продолжим. Ну, продолжим, конечно. Строим плотины, потому что тут уже тает все. Так, у меня есть два сахара с кем-нибудь. Предложение, голландец. Так, в Индонезии нечем торговать, с турком ртуть и хлопок. Давайте вот так. Турция, предложение. Турция тоже предложение. Но ему такое просьба о помощи, я думаю, нахуй. Экономический союз не занимай. Блин, там норвежец реально голландца выносит. Я такого еще не видел, чтобы человек, который в два раза больше науки, проигрывал. Там дед, ну, дед бородед хорош. О, спасибо. О, а что это ты мне войну объявил? Ну, я принял военный союз. Ага, ты с норвежцем уже в союзе, да? С кем принял военный союз? Я с турком, короче, военный союз. С Голландией. Его объявить войну так. Норвегии, чтоб... А, в этом плане. Да. Я тут чуть-чуть у меня город платил. Нормально так войну начал. Жалко, Мали не вижу. Там было бы круто тырить. Ладно, давайте, наверное, тогда... 104. Мало что-то денег так. Ну, в Голландии у меня союз, а то я не могу отправить. Ну, я в принципе только в Индонезию и могу пока. Чтобы на деньги прокачать. Турок, рассказывай, у тебя вот на островах, вот тут у тебя вот, ну и вот пустынный перешейк, у тебя дофигища нефти просто. И рядом с Тель-Авивом, да. Просто где-то тогда, кроме тех мест, где я могу обработать, и может так. Кто-то, кто мне ее продаст. Слушайте, меня тут смущает, что у меня тут где-то турок может плавать теперь. Где у меня еще каравелла? Где у меня вторая каравелла? Угу. Так, ну я бы прикупил еще копирочков. Лучше каравелл. 4. Я думаю, если я отойду минут на 7, ничего не изменится, потому что тут все фулл-таймерят, да? Ну, я нет, ну как хочешь. Ладно, не буду пока покупать. Парк, колесо обозрения. А, коммунизм я принял, да? Да. Давайте... Ну, видимо, нужны послы. Да, претензии пошли. Я еще тут набрал очков за торговые пути. Почему? А почему мне за торговые пути дают? За торговые посты, точнее, почему мне дают? О, наконец-то можно посмотреть, когда союзы истекают в русской версии.
Они всегда показывали. Дружбу не показывает. Так, у нас двое в золотом. Грек и Малья третий. Все остальные в темные упали. А, пульс паровой машины. Блин. Строительство чудес и компуса дают тоже производство. К оружию. Знаете, я, как ни странно, возьму к оружию, чтобы быстрее самолеты строить. Вот так. Такая у меня идея. Ух ты, там что-то... Фига себе. Слушай, я такое впервые вижу, чтобы человек, у которого в два раза меньше науки, захватывал... Это как... называется, я слишком сильно думал о том, что после войны мне все равно придется как бы что-то с тобой делать, поэтому не сильно-то на войну тратиться. Зачем? Чего вы все со мной что-то хотите делать? Потому что... Ну, конкурировать как-то с тобой, как и не хочется. В будущем. Блин, осталось, оно сможет пострелять. У меня такой вопрос. Если я еще оставшуюся в живых шумеру объявлю войну, используя этот повод, чтобы прокачать национализм, это запрещено? Пожалуйста. Не забывай. Как ты национализм прокачал? А, в смысле... Не, с компьютером как раз можно только объявлять войну и заключать мир. Как бы именно... Просто если я только для ускорения это делаю, то ничего? Ничего. Да, продолжим, наверное, в Неймигин. В принципе, нормально бегает. Это Нидерланды тут. Меня беспокоит турок, если приплывет. Как бы мне... То есть вот это как-то пролив контролировать, не знаю. Русская плотина, монумент... А, эти... Рабочие... Может поставить на... Дополнительное, где они тут? Давайте пока вместо республиканского наследия. А, кстати, уменьшилась наука, обратите внимание, хотя вроде науку ничего не стало, потому что уменьшилось счастье в некоторых городах. Ну, то есть стало минус. Так, слушайте, ну мне, очевидно, нужен торговец. Для создания корпорации. Так как этих всего три, то я, соответственно, смогу создать корпорацию как раз. Мою бомбардочку тут бомбардирует. Не, ну это город уже все. По идее. Я Эриду еще захвачу, а Лагош уничтожу. Лагош мне точно не нужен.
Так, где у меня больше всего производства? В Киото, да? И в Токио. Так, в Токио мне нужен аэропорт. Блин, а где мне его ставить? Я не хочу. Блин. Вообще пока непонятно. Формальный повод Периклу. Давайте еще парочку рабочих. Я после мобилизации поставлю обратно. Так, где я тут могу? Вот тут куча у нас необработанных клеток морских. Морской порт в Токио. Это апостол буддийский плавает. Эти военные ведомства. Лаба. Театралочка. И я тут чудо могу. О, я тут венецианку таки могу. О, что это я туплю тогда? Сюда надо убирать краба и ставить венецианку там. Ну, тут я никуда наверх, хотя 8... А, давайте Унсу. И Гонконг. Так, трех оставим для Аютхая.
Фикал выносит мне предупреждение. Так, здесь надо рабочего покупать и еще один уголь обрабатывать. Давайте проверим, что я все уголь, которые я мог. Так, тут работает уголь. Нет, подожди, это угольное. Почти все ресурсы находятся у норвежцев. Если бы мне хватило ума... просто дожить до каких-то более поздних юнитов и пытаться ударить уже там, может, чего и вышло бы. Может. Вышло то, что вышло. Да, ну что, что вышло, то мы вот упарываемся друг с другом. А, у Лагоша, блин, он в четвертом радиусе. Ну, ладно, все равно. Все равно. Аэродром тут. Не знаю, правда, нафига тут гавань. Возможно, лучше было бы тут кампус поставить, но так уж и быть. Смотрим, что у нас с нефтью. Ну, у меня, похоже, нефть будет только на воде. Моего капера поймали. Подкрался броненосец. Так, ну мне надо подлодки, видимо, как-то выйти. Нет, не бей. Ауч. Ауч, ауч. Так, что? Что у нас с... Мали хочет дружбу, я не буду соглашаться, потому что может мои города начать обращать, зачем мне это надо. Так, вот теперь ставим в любом случае общественные работы заменяю на республиканское наследие. Что тут по великим людям? Индонезия, торговца, забери.
Вот это отличный торговец для того, чтобы сделать на нем корпорацию. К сожалению, в Киото аэродром нету места для аэродрома, короче. Художественный музей. Так, давайте я тут куплю амфитеатр и художественный музей два хода как раз построю. Малевич, когда союз с грехом заканчивается? Блин, да он так заберется даже. Ладно. Короче, голландец объявил войну шумеру, который следующим ходом уже исчезнет. Ладно, 4 хода у меня еще союз. Слышно меня? Я просто хотел бы Афины, наверное, забрать. Может, и город, который южнее. И три города. Ну, смотри, я хочу Спарту, Пергам, Аргос... И, ну, Олимпию, может. В принципе, больше мне ничего не надо. То есть практически все. Нет, ну, 2-3 города. Соседских моих. Это Аргос, Спарту, Пергам. Я вот Афины, то, что южнее, и Милет. А Шотландец, то, что сверху. Да, давайте. Так, так, так. Блин, тут еще один остров был, который, кстати, мой, скорее всего. Но тут не так прикольно, как на том, согласитесь. А что у нас с нефтью в итоге? Не у меня. Да, тут просто вообще... Нефти завались у турка. Вообще, где-нибудь рядом... Вот Алжир есть с нефтью. А, вот у нас где нефть. Слушайте, может мне тут город поставить? Ну, это, блин, на воде, опять же, это пластмасса, это пока. Собственно, это вся нефть, которая может у меня быть. Турк, точнее, это даже... Турческого союза. Фига себе, что у тебя так... А что у тебя так это... Что у тебя так слышно странно? А у меня экономически занят, получается, с кем-то. Или у тебя занят? А, ну да, нет, у тебя нет. Занят, да, да. Да, давай, да, когда вот следующий... Когда у тебя сейчас закончится с ним, тогда мне даже. Так, давайте-ка стали варенье сначала, потом улучшенную авиацию и потом уран. Вот так мы сделаем. Как раз тут ангар закончим. А тут начнем... Аэродром. После мне надо подлодки найти, а то он с этими... броненосцами мне не очень круто будет. Так, слушайте, Мали, а чё ты торговца не взял? Там 603 вместо 400. Я не заметил, извиняюсь. А сейчас есть что за инженер будет? Вот это, кстати, классный сейчас флотоводец задумаю. Для того, чтобы мне Аютхаю забрать. А с другой стороны, а я уже практически все построил. То есть я уже всю культуру, что можно,
выкачал из нее. Да, убегает. Так мы очень долго будем. Что долго будем? Нет, не убивай! Вот ты жопа. Я тебя найду. Не дыши тяжело так. Блин, я из-за того, что хост забираю этого инженера, получается. О, а с маном на чудеса. Зашибись. Мали, забери торговца. О, да, лабы. Да, забираю. Ну, видимо, мне нужен этот ученый. Я его куплю за веру. Где у нас этот торговец? Для корпораций. У нас промышленный производство, значит, сюда надо идти. Да, он стены построил, вы прикалываетесь. Ой, долбанный лагаш. Взял мне черепах, поломался с ртутью. Черепах не ломал. Сказал. Только ртуть ломал. Да ломал черепах. Не ломал. Больше некому. Я какую-то ачивку получил за 100%, типа... А где я это получил, фиг знает. За 100% чего? Ну, видимо, какую-то монополию, не знаю. А, мне тоже дались в этой партии. Шпиона давайте построим. А, ну у тебя весь сахар на карте. Давайте рынок, не буду тут прокачивать эти. Так, ну что, лян? Чтобы там извержение не происходило. Да, о, прочные материалы, все. Чтобы уже была защищена столица. Давайте, посмотри, здесь предложение. На один район больше. Так, это мне в Якогаму, я думаю, надо. Тем более, как раз я и смогу построить театралку здесь. Скурена канализация. Не, так я лучше откажусь. Да, вот тут и жалко, тут негде аэродром построить. Ну, надо, наверное, один броненосец таки сделать. Конечно, хотелось бы с венецианкой. Или лучше каперов, чтобы потом их под лодки апнуть.
Дали варенье, чтобы он не приплыл ко мне этот... Точнее, он, конечно, может ко мне все равно приплыть, турок, но ничего, чтобы он городам не мог сделать. Следующим ходом в Нагана венецианку начинаю. Так, а в Иокагаме корпорацию и пигарим перец, чтобы плюс 15% было. Просто держу в курсе. Так, 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 так. Убираем крабов. Ставим венецианочку. Вон еще клет. Ну тут у этот обработает, у него 5 зарядов. Этим. Тоже это. Наверное, вот рыбу тут давайте обрабатывать. Есть аэродром, один ход авиация. Подождем. Водяная мельница тут не нужна. Художественный музей тут не нужен. Ангар может, хотя... Ну ладно, давайте ангары. Пусть два аэродрома с ангарами будут. Так, морской порт тоже завершен. Просто чтобы больше набиралось... Нифига не обработано в Йокогаме. И корпорация. Пряный Лёша будет называться. Корпорация. Создал я? Да. А, это... А как я так просрал? Я что-то не понял... Почему я решил, что это наука будет? Пряности. Слушайте прикол. А... Короче, посмотрите в цивилопедии, что корпорация пряностей дает. Ну, 15% науки. А теперь посмотрите, что она мне дает на самом деле. Вот я думаю, что норвежец и голландец видят между Уром и Якогамой. Культуру. Ошиблись, видимо. Кайф. Не, ну... Просто просранный торговец. До свидания. То, чтобы это не поставило, да? Не, культура тоже не слабо, как бы хороший бонус. А зачем? А мне уже не нужна культура, зачем? Не, ну ты до конца прям дошел. У меня есть, например, есть на жилье и скорость роста тот же сахар или оливки. Согласен, если есть выбор ставить, то да. Класс, просто класс. Просто ты... Спасибо за перевод, называется, в очередной раз. Да как это можно было перепутать? Я просто не понимаю. Смотри, почему вы в одном месте... Науку все-таки дает. Нет? Почему? Ну, у меня пишет, вот я проект вижу, проект. Угу. Создание нового продукта, плюс 20% культуры написано. Ну, может, опять ошиблись с переводом. Не, даже вот навожу на город, на культуру навожу, написано модификатор плюс 40% на культуре, а не на науке. Кайф. Так что нам науку дают? Ртуть, получается, черепахи и чай в итоге. Блин, лучше, чтобы я на черепахе сделал, так, хотя там, наверное, кто-то перекупить может тогда. А ты можешь что-нибудь обменять? Если кто-то поставил черепаху. Черепаху у нас
36 штук на карте написано, поэтому вряд ли у кого-то есть столько, чтобы монополию сделать. Да. Просто да. Вы меня спрашиваете, почему я играю на английских версиях игр? Вот потому. Вот такая хрень происходит периодически. А я ходил. Сорян. Нет, слушайте, мастерскую я тут куплю просто. Я закончил ход. Да, мне почему-то тут, вот постоянно кажется, что как-то запретные гораздо позже строят. Всегда. Потому что запретные можно построить только рядом с центром города, что обычно занято. А дворец Потала на холме. Ну, может, да. Блин, тьюринг какая-то фигня. Говоря. Так, театралочка строится. Так, этот ученый... Фигня, потому что у меня компьютер уже даже открытый. Вообще все открыто. О, что там? Индонезия с Шотландией? Пошла война. Оружейную просто, чтобы больше накапливалось. Так, не хочу пока... демократию ставить. Я с Иерусалимом воюю? Нет. Я пришел грабить. Я вообще, наверное, его союзник. Да. Сюзерен. Не. Да, блин, приплыл. Такой утомительный. Так, самолеты начинаем. Алюминий у меня пока плюс 2. Да. Не знаю, давайте еще раз свои кагами. Я куда мне его еще перебросить? Так, здесь работаем так. Передадим эту клетку.
На этом пока все. Продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!